Главные новости вторника, 9 августа, коротко на канале «Система Инфо». Информируем о том, что важно. Президент Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян, а выехавших вернуть домой. Лидеры Эстонии и Финляндии призвали ЕС не выдавать русским туристические визы. Женщину, которая первой получила паспорт РФ в Харьковской области, обвиняют в госизмене. Жительнице Купянска грозит 8 лет тюрьмы. На авиабазе в Крымской Новофедоровке прогремели взрывы. Именно там базируются российские бомбардировщики, наносящие удары по материковой Украине. Причины взрывов выясняются. Пентагон не планирует новые поставки «Хаймарс» Украине. Сейчас их 16, и к ним нужны боеприпасы, заявили в Вашингтоне. Оккупанты начали подключать Запорожскую АЭС к энергосистеме России и отключать ее от украинской. Об этом сообщил президент «Энергоатома» Петр Котин. В РФ начали разбирать самолеты на запчасти, сообщает Reuters. Из-за западных санкций новые детали достать невозможно. Это были главные новости вторника, 9 августа. Оставляйте свои лайки и комментарии под этим видео. Чтобы не пропустить ежедневные итоги главных новостей, подпишитесь на «Система Инфо». Мы информируем о том, что имеет значение.